إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درجي مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مفرد الجائم سري لكتس كنيج جامع السحيحين

شلون ما بليس بروكهم صلى الله عليه وسلم في قبة ما بلي قبة أتت بالاتك نحو من أربعين رجلاً ذاك بالاتك ذيل الناس صارك شلواك فقال пророк, صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل, ربع أهل الجنة Вы будете довольны, если вы будете четвертый част обитателей рая. Мы сказали, все, конечно, хватает нам такой большой рай. Она даже обширна, чем небеса и земля. Одна четвертая часть этого, чтобы мы были, мы довольны. Факал, а антакуну, сулюса, ахлиль вы будете довольны, что вы были третья часть обитателей, одна третья часть обитателей рая. на наам, конечно, да. валлади нафси бияди, клянусь тем, чьих руках находится моя душа, инни аржу антакуну нисфа ахлиль джанна. Я желаю, чтобы вы были половина обитателей рая. نصف الناس الذين يسكنون الجنة سيكون محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فإستنرى لا كرومي كرمى دوشا بيروشه مسلمانا. وما أنتم في أهل الشرك إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود.

Аль-Хузали, он умер в 1932 году. Он говорит, мы были в палатке, в другом этом передании этого хадиса, есть из кожи. Палатка была из кожи, именно определяет. У арабов, это дома, которые это, жили, арабы и бедуины, те времена жили, разные были. Был дом из кожи, имеется в виду палатка. Был из камня сделанный у арабов, был палатка из дерева сделанный из древнего как это как это называется пальмовые листья из них сделаны. и были мазали называется тоже как этот для тени сделанный из верблюжьей шерсти и были сделаны такие палатки из бараньей шерсти из бараньей шерсти разные палатки были у арабов. И, или же палатки, которые сделаны из овечьей шерсти. Это разные дома были у арабов. Здесь пророк, салам, был мне. И это была палатка, сделанная из кожи. Нас как было 40 человек примерно. Пророк сказал, спрашивает им, вы будете довольны, если вы будете четвертый час обитателей рая? Они сказали, конечно, да. Это пророк сказал, их обрадовал, радостный весь говорит, если вы четвертый час, потом им добавляет: вы будете довольны да, с третьей, еще больше? Конечно, да. Потом говорит, вы будете обитатели рая половина. Субханаллах. В другой версии этого хадиса, каждый раз, когда пророк, салам, говорил, вы будете четвертый час, или же третий час, или половина, когда сказал пророк, салам, сподвижники так призывали от радости. Аллаху проговорили. говорили. Имам Навой говорит, почему они так, так сделали? Потому что такой радостный весть пророк, салям, пророк им рассказал. Когда много людей в рай заходит, у всех бывает надежда, что он тоже там окажется. Если там пророк, пророк салям, сказал бы, там вам будет мало часть из обитателей рая. Все сказал, как я туда зайду? Есть лучше, которые я, чем я поклоняюсь, есть лучше, чем я, которые джихад делали. А когда Пророк саллаллаху сал, сказал, вы будете половина обитателей рая, тогда у всех надежда будет большая. Есть достоверный хадис Пророка, саллиллаху алейхи вассалам, что обитатели рая из этого уммата будет два Третьих частей, даже больше, чем половина. Пророк, саллиллаху сказал, в рай, который заходит людей, 120 рядов. Из них 80 рядов будет из этой уммы. 80 рядов будет из этой уммы. Но в прошлом уроке говорили, что в рай заходит из этой уммы 70 тысяч человек без допроса. Потом с этих 70 тысяч, с каждым тысяч человек еще 70 тысяч будет. Это почти 4 миллиона 900 человек заходит в рай без отчета и наказаны. И пророк, саллиллах -а сказал, они вместе, в одном ряду вместе войдут в рай. Мы знаем, ворота рая очень широкие. Как сказал пророк, -а от Медини до Бусра, такое расстояние почти 1500 тысяч одни ворота рая. А таких ворот рая сколько? Восемь. Это большая радость для этой общины, общины пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Еще придают имам Бухари и муслим хадис от Абу Саидин Лухудри, Аллаху Анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Якулу Аллаху, я Адам, الله يقول: "يوم القيامة يا آدم" آدمات отвечает فيقول: "لبيك وسعديك، او الله يا غتو، я вот перед тобой я повинуюсь وسعديك، я شاسل اسوجي او الله سبحانه وتعالى، والخير في يديك يدك، كاجد دبرو اسخاد استويخ рук" قال يقول الله يمو говорит: "اخرج بعاث النار، الله اكبر" الديليي которые людей которые будет отправляться в ад. Аллаху акбар. Адам отвечает, кто это, который отправляет в ад? Сколько человек? Аллах отвечает, слушайте. Из каждого тысячи человек 999 человек. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Посланник Аллаха сказал, это тот день, даже который молоденцы.

Фаштатда дали халим, всем это трудно стало. Конечно, если из тысяч человек только 999 уходит от аллю я рассуллах. Кто из нас тот человек, один из тысяч, который в рай заходит? А пророк, саллаху, отвечает, абширу. Я вам говорю, хороший радостный вест. Из айя жуж, вама жуж будет 9 из вас один каждый тысячи будет из «Я ва из вас будет один. Я Жуз Мама это в э, библейском переводе на русском языке Гог и Магог. Ну, ислам исламе их называют Я Жуз Мама Из них будет тысяч, из вас будет один. Потом сказал Пророк саллаллаху а, в вассалам. Клянусь тем, в чьих руках находится моя душа, я Желаю, чтобы вы были четверть обитателей рая. Мы тогда сказали Алхамдулиля и все сказали Аллаху Акбар от радости. Каббарна. Потом Пророк, саллисуслала, сказал, я желаю, я надеюсь, что вы будете третья часть, одна третья часть обитателей рая. Аллаху каббарна. Тогда мы сказали, Алхамду Аллаху акбар. Потом сказал, клянусь тем, в чьих руках находится моя душа, я надеюсь, что вы будете половиной обитателей рая, потому, э, потому что говорит, ваш пример сравнительным прошлых общин, как э, белая волосинка на шкуре черного быка или же каракмати федераль химар или какая-то белая пятна э, на это, голины голени и шака. Так мало вас. Из этого вы половина обитателей рая. этом, при этом хадисе другом, перед, другом это, в другом версии этого хадиса говорится, Аллах Субхану Ва -та алла, скажет судный день о Адам, а, Адам отвечает, я готов, Аллах, и я счастлив повиноваться тебя. Фуюнада би саутин, он услышит Файунада Бисаутин, его призовут голосом. Поистине Аллах тебе приказывает, чтобы ты вывел из твоего потомка или Ираннар, группа, которая отправляется в ад. В другом предании этого хадиса говорится, сами первые, которые призывают судьи, это Адам, И Его Зурия.

Потом к Адама. А не считай, я жуж, жуж, если будем считать, из 100 человек один будет в рай. Например, других народов не считай, я, жуж, жуж. Если я жуж, жуж, и 1000 человек будет, без них будет э, из 100 один человек э, в рай. Братья, мусульмане, здесь Хадиса сказано, каждый беременный, который когда получается у него выкидыш и каждый, кто кормит своего ребенка, оставляет своего ребенка. Как это понять? Судный день же не бывает беременности. Если это говорится, этот э, трудности увидит. присудного дня некоторые сказали, некоторые сказали, более достойно, это судный день, но человек воскреснет. В каком положении он умер? Тот, кто умер беременный, воскреснет его беременным. И там от этой трудности у него получается выкидыш. И каждая кормящая, кормящая мать отвлекается от своего ребенка. От этого ужаса она даже забывает, что у нее ребенок есть, который должен, должна кормить. Такое трудное положение. Тот день, когда молоденец становится седим, этот день, как сказано в другом хадисе, будет спокойно под тени трона Аллаха Субхану тааля Семь человек, из них братья, имам Адиль, Справедливый имам, справедливый имам. Из них мужчина, который полюбил другого брата мусульманина, ради Аллаха, ради сна, то есть, э, мусульманин полюбил другого мусульманина, будет мужчина или женщина, ради Аллаха, женщина полюбила свою сестру, ради Аллаха, мужчина полюбил своего брата, ради Аллаха, они тоже будут, они ради Аллаха объединились, и, ради Аллаха разошлись, это тоже будет под тени трона Аллаха, субханаху та'аля. И тот человек, когда ему красивую девушку просит, приходи ко мне, он сказал от этого, я боюсь Аллаха, это тоже будет патроны. Не идет делать прелюбодеяние, отказывается от этого, он тоже будет под троне. А в тени трона Аллаха, Субхану та'аля. И также тот человек, молодой человек, который вырос поклонением Аллаха Субхану С молодости он поклонился Аллаху Субхану Ва Никак некоторые говорят, постарее начнут поклоняться. Нет, с молодости, который поклонялся Аллаху Субхану И также тот, кто дает садака, пожертвование на пути Аллаха, правой рукой, даже левой рукой не знает, что отдал правой рукой. Так скрытно делает, имеется в виду. Это, эти люди будут патроны

Иншаллах, следующая лекция у нас начинается. Китабу Тахара. Книга очищения. Уже начинается омовение и остальные э, главы э, фикха. Иншаллах. Пусть Аллах даст нам силу продолжить эти уроки и докончить эту книгу, чтобы была польза для мусульман. Амин, амин, амин. Альхамдуллах, Раббил -ал